На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. На экране состав команды «Хозяин». Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Первый тайм начался. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Мяч у соперника. Хороший пас на ход. Потеряла атака нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Завершилась эта атака, и вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот.